Агент итальянского тренера Челси Антонио Конте встретится с представителями PSG в ближайшие дни, об этом сообщает журналист Sky Sports Алессандро Альчиато. Контракт Конте истекает только в 2019 году, но ожидается, что ближайшим летом он покинет Челси. Специалист критиковал правление клуба из-за трансферной политики и отсутствия амбиций. По сообщениям французской прессы, агент Конте Федерико Пастарелло прибудет в Париж во вторник, за день до того, как Челси сыграет с Барселоной ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Конте возглавил Челси в 2016 году. Под его руководством клуб выиграл АПЛ 2016-17. Главный тренер PSG Унай Эмери находится на грани отставки после вылета парижского клуба от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На YouTube спорт особенно хорош.